Сегодня маэстро обещал что-то особенное. Свинина в огурцах. Вот чуть-чуть масла налили, чтобы просто смазать казан. А потом будем вот так вот, не резать лук, а просто кидать. Это шалагач. Свиной. Солим, перчим. Уйди! Так, с этой стороны черным перцем. Переворачиваем, опять солим. И перчим красным перцем. Вот там подкрадывается. Народ ждет твоих кулинарных подвигов. А вот он не знает, что он петух. Ничего перемешивать не будем. Вот так прямо мы как карандаш строгаем. Очень важно вот доску держать на коленках. Это вот в поддержку канала. Ладно, поддержка. Огурцы маринованные, просто пополам режутся. Желательно, чтобы полностью, конечно, было все покрыто. Традиционный. О! На одном очаге готовим сразу два блюда. Значит, и с печем еще и картошку в углях. Санек, ты прямо как это, как Сталик. С такой ласковой назидательностью. Не, ну вообще аппетитно выглядит. Разговора нет. Вот у кого вилки нужно было для ролика взять. Они вон гнутся, ломаются. Я, знаешь, сколько мучился с той вилкой, которая на ролик? Вот вообще, она вообще не ломалась. Супер. А? Класс. А это, ну, маслицем. Идея хорошая. Мне понравилось блюдо. Ребенок портит контент. О, фоточки, поехали. Ноги твои видны. Так, порядок. Так, вот тебе самое маленькое. Мой кусок. И добавь себе огурцов. Угу. Обязательно. Горячие маринованные огурцы. Нормально. Очень даже. Она для цвета. Потому что она сохранила все свои свойства в сырой моркови. Класс. Всех люблю. У маэстро родился стих. Сделать блюдо острым просто. Это, братцы, без вопросов. Попробуй сделать вкусно. Это, брат, уже искусство.